Победа. Победа — это всегда приятно, что там говорить. Конечно, мы очень долго на самом деле ждали. Но я считаю, что за все эти годы мы очень много сделали. Главное, мы смогли первыми сделать именно фундаментальное развитие футбола, профессионального футбола в Казахстане. И это футбольный клуб «Кайрат». И мне не стыдно за это. И то, что я всегда был уверен, что мы станем чемпионами. Да, это потребовалось времени. Ну, зато, знаете, как сказать, еще слаще получилось. И мне что еще приятно, что мы обыграли всех основных наших соперников по два раза. Это было такое важное для нас матч. И сегодня, и все эти матчи, последние вот четыре матча все. Поэтому... Ключевые факторы, как вы думаете, этого сезона? Команда. Ключевым фактором у нас в этом году собралась команда. Команда, которая именно не каждый играл для себя. Все играли, все играли. Президент чемпион. Все играли на команду. Все играли на команду, поэтому в этом году у нас была команда. Кого бы из игроков отметили? Многие говорят о Вагнере. Всех. Я бы отметил бы всех. Даже тех ребят, которые были на скамейке. Вы сегодня видели, у нас все время выходят ребята, которые запасные, которые, может быть, не в основном составе, но даже если кто-то получает травму, все готовы выйти и играть. Поэтому я хочу всех ребят отметить. С Вагнером будете продлевать контракт? Да, мы с Вагнером будем продлевать контракт. Мы с ним уже находимся на подписании. Уже все согласовали? Да, согласовали. На какой срок? Год, на один год. Под Лигу чемпионов, усиление. Ну, давайте закончим, время есть у нас. Да, сейчас есть все-таки реальная проблема ковида. Будем смотреть, что будет происходить. Ну, мы этим занимаемся, это я не скрываю, мы этим занимаемся. Вне зависимости от того, были бы мы чемпионы или нет, мы все равно этим занимаемся. Смотрим футболистов более качественных, видим, где у нас пробелы. Поэтому, конечно, будет усиление, связано с тем, что, ну, такое точное, на определенной позиции. Уровня Вагнера будут трансферы? Сложно сказать. Если уровня Вагнера и по его возрасту, ну, наверное, нет. Если уровня Вагнера, но он более молодые, они, наверное, сюда не приедут. Ну, давай честно говорить. Из казахстанцев кого-то смотрите? Мы смотрим многих ребят, это правда. И казахстанцев, и белорусов, и из вот, Евразийского союза мы много смотрим. Айбар Жексулуков, про него много говорят. Вы знаете такого игрока? Я не слышал. Ну, я знаю такого игрока, слышал. Ну, я, честно говоря, ну, мне неудобно сейчас как-то это говорить, кого-то выделять. Это будет некрасиво. У 32-х, да, летнего Алексея Николаевича Шпилевского получилось, а у Владимира Вайса, Кахабера Цхададзе и других не менее, наверное, маститых тренеров не получилось. Знаете, каждый из них внес свой вклад. Я им всем благодарен. И Владимиру Вайсу, и Кахаберу, и Карлосу, всем, кто принимал участие в нашем проекте, потому что каждый из них внес свой вклад, и поэтому я, честно говоря, мне тяжело их сравнивать, потому что каждый из них имел шанс выиграть чемпионат, так же, как и Алексей. Вы что-то подсказывали Алексею Николаевичу по ходу сезона, не знаю, там какие-то Нет, моменты? Ничего не подсказывал. В плане психологии даже? Ну, мы с ним беседуем, мы постоянно беседуем с ним. После каждого матча, у нас каждый понедельник мы беседуем, разбираем матч вместе со спортивным директором. И вместе сидим, беседуем, понимаем, что не хватает, что надо усилить. А так подсказывать ему. Он нам все время давал обратную связь, почему этот футболист выходит, почему этот футболист выходит. Это нормально. Раду Дугалич, тоже у него заканчивается контракт. Мы находимся на подписании. Тоже будет? На продление, да. До этого Кайрат практиковал, что возвращал казахстанцев из рубежа. Ну, сейчас некого возвращать. Сейчас мы уже отпускаем всех. Посмотрите. Но мы их отпустили, наоборот. Ребята сами, я уже об этом говорил, они сами попросились, мы их отпустили. Я очень рад за них. Они имеют хорошие шансы играть. Почему нет? Пусть развивается дальше. Они оба внесли большой вклад в Кайрат. Молодцы, были очень прекрасные игры, прекрасные победы. Но у Куата дела идут не очень. Ну, я думаю, временно. Он все-таки Куат, парень с характером, знаете, он своего дождется. Да можно все! А тарелка специально у них так. Раз, два, три,